Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о блокировке экрана. Очень полезная функция для защиты телефона. Мы открываем верхнее меню, заходим в меню настройки, выбираем функцию безопасность, под меню блокировка экрана, и здесь мы видим возможности блокировки экрана. Графический ключ. В принципе, очень удобная функция, можно нарисовать небольшой рисуночек и в последующем разблокировать его. Либо же ввести пароль на экран, что очень удобно и намного надежнее, чем рисуночек блокировки экрана. Все, рекомендую.